сорт острого перца Тринидад Скорпион Long SR. Это Тринидад Скорпион длинный SR. Родом этот перчик с Тринидада и Тобаго. Это довольно острый сорт. Острота у него от 800 тысяч до 1 миллиона. Это очень острый сорт. И такие вот красавцы. Смотрите. Срок созревания такого перчика 120 дней. Этот перец относится к сверхострым сортам. Высота куста может достигать 1 метра. Это очень высокоурожайный сорт. На кусту их может быть очень и очень много. Прям усыпано все. Вот на кусту могут встречаться вот такие вот перчики. Видите, как скорпион. Также могут быть и без хвостика. Созревает он от зеленого, потом оранжевый, потом вот красного цвета. Вот такие вот перчики. Созревать начинает он сверху. И потихоньку опускается в самый низ. Вот видите, кончик еще зеленый. Ну, если будете выращивать его в квартире, он будет где-то сантиметров 60. В теплице, конечно, выше 1 метра. У этого перца интересный вкус. У него аромат с оттенком духов. Аромат пряностей. И небольшой оттенок духов. Вот такие вот красавцы, смотрите. Супер, супер. Такой перчик надо высевать где-то с 5 по 10 января на рассаду, так как у него срок созревания 120 дней. Соответственно, бывает затяжная весна, и нужно, чтобы он вызрел, надо обязательно высевать его пораньше. Очень интересный и необычный перчик. Сейчас я высыплю вот такие вот перчики. Таким вот жалом. Очень красивый и необычный сорт. Так что выращивайте такой сорт у себя дома, на подоконнике, в теплице и в открытом грунте. Этот перчик вам обязательно понравится. Он очень-очень высокоурожайный. Перцы на нем просто нереально. Так что выращивайте. Всем удачи и больших вам урожаев. Всем пока.